Взятка от игорного бизнеса. Владимирский предприниматель предложил сотруднику полиции 200 тысяч рублей, чтобы тот предупреждал его о проверках. Бизнесмен Василий Сушков представлял интересы сразу 8 игорных заведений города. 5 февраля на встрече в кафе предприниматель передал 100 тысяч полицейскому и сразу был задержан. Уголовное дело возбудили по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Расследование продолжается. Грипп уже близко. Количество заболевших ОРВИ резко возросло по сравнению с прошлой неделей на 25%. В основном болеют дети младшего и среднего возраста. Пока заболеваемость в регионе ниже порога эпидемии, но специалисты уже сейчас советуют активнее применять меры профилактики и своевременно обращаться к врачу. Налоговая поможет с декларацией. В отделениях службы открылись учебные классы. Сотрудники налоговой окажут помощь посетителям. Консультацию могут получить те, кто пришел задекларировать расходы и получить социальные и имущественные вычеты. Учебные классы работают по вторникам с 10 до 12 часов и четвергам с 6 до 8 вечера.